Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Вот хочу вам показать свою картошечку, которую садила 5 июля сплошным рядом. Ну как, сплошным, друг по дружку. Вот она у меня взошла. Сегодня у нас 25 июля. Вот через 20 дней картошечка взошла. Теперь подрастет немножко, и я ее обсыплю черноземом. Вот. Вечер. Тепло, хорошо. Такая у меня картошечка. Вот, надо присыпать. Она прям вот получается на поверхности. Денька три она у меня еще просто так посидит. Немножко подрастет. Я ее полила. Поливаю каждый вечер. Стала засуха. Вот даже лучок, хоть и поливаю, все равно горит. Вот. Это у меня будет часть вторая. Было у меня видео посадка. Вот всход. Зашла, потом цветение, потом будем смотреть урожай. До скорой встречи, до свидания.